Максимальная скорость полета стрелы достигает 240 км в час. Поэтому главное в этом виде спорта – предельная концентрация внимания, точный глазомер и твердая рука. Каждое соревнование древней олимпийской дисциплины – это жесткий отбор и непредсказуемый результат в финале. Стало интереснее. Мы раньше были чистым многоборье просто. А сейчас у нас элемент случайности, поэтому, конечно, квалификация покажет уровень подготовленности. Но выиграет тот, кто будет, скажем, удачливее, скорее всего. Поэтому не могу сказать, что обязательно тот, кто выиграет квалификацию, станет первым в финале. В нынешнем 23-м по счету открытом республиканском турнире принимают участие порядка 80 спортсменов из всех областей Беларуси, среди которых как члены национальной сборной, так и перспективный спортивный резерв. Соревнования проходят в личном и командном зачете и являются отборочными на чемпионат республики. Первое соревнование всегда очень тяжелое, когда начинается год, сезон. Все начинается с нуля, потому что все, что были твои заслуги, твои награды, регалии, все осталось в прошлом. И каждый Новый год начинаешь, и все идет с нуля. Ты должен зарабатывать авторитет по-новой, должен отбираться по-новому на все соревнования и показывать наилучший результат, чтобы поехать. Поэтому результаты хорошие на этих соревнованиях. Думаю, что мы подготовимся хорошо к летнему сезону, достойно выступим на чемпионате Европы. Спортивная форма недостаточно хороша, но есть к чему стремиться. И желательно начинать с того, с чего закончила предыдущий сезон. То есть не очень позориться, ну и не взлететь до конца, чтобы было куда расти. Для наработки опыта и соревновательной практики впервые в город над Бугом приехали лучники из Казахстана. Спортсмены лучшие в своем регионе и составляют достойную конкуренцию на соревнованиях европейского и мирового уровня не только белорусским атлетам. Для нас эти соревнования, конечно, это определенный опыт спортсменам пострелять не только среди казахстанских спортсменов, но и среди ребят вот Белоруссии. В принципе, опыт, я считаю, что спортсмены получают на таких соревнованиях очень большой и бесценный. Как отмечают в организационном комитете республиканского турнира по стрельбе из лука, у соревнований появилось второе дыхание. Благодаря новому безвизовому режиму интерес к турниру проявили спортсмены из ближнего зарубежья. Благотворно влияет то, что с 1 января мы свободная зона. Конечно, мы оповестили, но просто понимаете, что подготовиться к соревнованиям надо время. И когда нам прислали много числа, что они готовы, в принципе, но время мало, не готовы. Ну и плюс, согласитесь, начало года к финансированию и так далее. То есть, я надеюсь, что следующий год у нас будет значительно больше людей, потому что это вот свободная зона, безвизовая, она сделает свою зону. Свое дело хорошее. Впереди у спортсменов еще 2 дня напряженных соревнований и подготовка к чемпионату Европы. Сезон стартовал, а это значит, что скорость полета олимпийских стрел будет только увеличиваться. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.